Сегодня в рамках третьего Всебелорусского крестного хода «Церковь и армия» священнослужители посетили мемориальный комплекс воинам-пограничникам. Нынешний крестный ход посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Свой путь он проложит по всей Беларуси для того, чтобы воздать христианские почести погибшим на войне и возродить уважительные отношения к местам погребения солдат. Цель его – воздать христианские почести всем воинам, которые жизнь свою отдали за то, чтобы мы сейчас с вами в наше время жили мирно, спокойно, чтобы мы были свободными, чтобы наша страна имела чистое небо над головой. Эти солдаты, воины, простые люди, которые принимали участие в борьбе против фашизма, они исполнили долг любви. Всебелорусский крестный ход играет значимую роль и для военнослужащих. Около мемориального комплекса воинам-пограничникам сегодня собрались как ветераны, так и молодое поколение бойцов. Вместе с представителями духовенства они возложили цветы к мемориалу. Символической братской могилой стала специальная капсула, в которую собирают частицы земли с мест военных захоронений. Из Гродно капсулу передали в Лиду, где крестный ход продолжит свой путь.